Сегодня в Пойковском нефтеюганского района начался международный турнир по вольной борьбе на Кубок Владимира Семенова. На победу претендуют спортсмены из 16 российских регионов – Монголии, Таджикистана, Армении и Белоруссии. Всего 127 борцов, оценивает поединки судья международной категории Владимир Григорьев. Кстати, в составе судейской коллегии – единственная женщина-арбитр борцовых схваток в России Нарварт Арустамян. Сегодня проходит первый этап соревнований. Имена лучших будут известны в воскресенье.